как-то плохо видно, Саня, люстры не хватает. Да, не хватает. Всем привет. Мы на танковой тут на новую точку едем. В новое логово. Смотри, как чётенько на танковой. А вот тут солярка. А, кстати, солярка ж может опять закончиться. Ну, там 5 литров. О, глянь, кто-то ездил. Есть следы. Блин, ни хрена не видно. Глазами видно, камерой плохо. Пониженная. Не, это сильно мы понизились. Так хорошо тут, я тебе скажу. Патруля не хватает зеленого. Патруля зеленого? Ну как тебе в темноте, шикарно, да? Такой апокалипсис. А вон они повернули. А, уходим налево? Нет. Да давай тут. Листики, смотри, плавают. Нормально, не высохло ничего. Когда дождь был последний раз, не помнишь? На выходные. А, был, да? А, ну да, были ж дожди. Блин, нормальные тут лужи, да? Хорошие. Плохо, что плохо видно. А что, дальние есть? А что, может, можно было? Да мы ехали на дальнюю. Сейчас на дальнюю. Ну, вон там где-то наши повернули влево. В новое логово. Логово сейчас прямо на... Прямо на танковой. Вот тут да, есть? Нет, дальше, да дальше, нет, дальше. Так Леня же на обратном пути застрял, в том же месте. И так жестко. Идем. Только темно, надо срочно докупить освещение, да? Люстру надо, да. Люстра необходима сейчас, тем более дни короткие. Оффроуд будет долгий. Не сегодня. Вот тут влево можно выехать, наверное. Не, дальше. Ну, сейчас будет влево. А нет, там далеко еще. Смотри просвет, может там вроде был просвет. Ого, как поналивало, слышишь? Еще больше воды, чем было. Вот такие сзади будут, нет? Да нет, тут нету, там выезд далековато. Ну сейчас быстро проедем. Луж меньше было, когда мы ехали, или так же где-то? Хорошо, когда дожди идут и нет жары, ничего не высыхает. Блин, мне на работу надо еще успеть поработать. Да, когда-то 10 лет назад я тут первый раз на этом УАЗе. Приехал, F-белые стояли тракторные. Ого, смотри, тут как накопали. Что-то тут происходит. F-белые тракторные стояли. И так неплохо мы тут. Ну тут танки, видно, катались, судя по... Что это? А? Это сверху. А. Температура в норме. Бородач подарил бачок. Ланосовский, он на крыше сейчас. И с ним чётенько работает система охлаждения. Хорошая пробочка.
Да, без люстры это не жизнь. Надо срочно люстра. Электрика надо будет еще найти какого-то, конечно, чтобы установил. Да? Да. Нет у тебя знакомого? Я дам контакт. Дам контакт. Дашь? Да. Не забудь только. Так, и вот приближаемся к центральной луже первого участка. И тут выход налево есть. Тут мы за Лупазлом тоже налево уходили при первый раз на Танковой. Он был, там где-то есть видео. Да, поналивало хорошо. А вот слева, слышишь, какие-то следы, как танка или чего? Какая-то колея пробита, или это внедорожник? Джиперы, бежают, очкают. Вот есть. Да, да, я помню. А там сел патрул. Да, да, там сел патрул. Вот тут я выезжал тоже, так. Стой, главное справа никого. Не попасть. Точно никого, никого справа? Никого. Так, все. Танковая покорена. Сейчас выключаем понижение. Хабы стоят. Хабы, да. Танковой прокатились. Такая короткая у нас поездка. Сейчас едем в новое логово. Все. Гранд Чероки в новом логове. Так я тебе говорил, поехали с нами. Вот и новое логово. Красивое. Просторное, светлое. Просторное логово, да? Пресс уже здесь. Все здесь, короче, друзья. Подъемник. Подъемник уже даже стоит один. Уже можно скоро подымать будет. Серега, меня забери, Серега. Шкаф осторожно, не поцарапайте. Так, ну все, все на месте. В новом логове. Красота. Сейчас едем на супермашине. Ё-моё. Группировка под началом криминального авторитета Шевского. Выяснилось, что подручных... Включи про криминального авторитета Шевского, ёлки. Все? Так, мы со студентами на серьезной иномарке. Гроза. Гроза всех этих, да? Всех джиперов. ВАЗ-2104. Догонишь сурово? Что-то как-то зад как-то неустойчиво. Выключи. Добавляй. Мы доехали до этих светлых мест. Всем пока, подписывайтесь. Четверка скоро будет в оффроуде, да? Поедет в оффроуд, нет?